Назначена дата проведения полумарафона Сергиевым путем. Пробежать по улицам Духовного центра России может любой желающий. На выбор участников сразу несколько дистанций. В Сергиевом Посаде стартует полумарафон «Сергиевым путем». Спортивное мероприятие пройдет у стен Троицы Сергиевой Лавры и будет посвящено памяти преподобного Сергия Радонежского. Уникальность этого полумарафона в том, что он пройдет по самым живописным местам города. Участники смогут не только продемонстрировать свою выносливость, но и полюбоваться достопримечательностями. На выбор спортсменам предложено три маршрута – 5, 10 и 21 километр. Старт забега будет дан утром на Красногорской площади. Принять в нем участие может любой желающий.